Здравствуйте, друзья! Это очередной репортаж с места событий. Чемпионат мира по хоккею в Дании, Копенгаген, Роял Арена. Именно здесь соревнуются команды из группы А. Итак, сегодня вторая игра российской сборной. Мы ее с нетерпением ждем в 12:15 по местному времени, по берлинскому времени. Это тоже в 12:15. Включайте спортивный канал в пакете каналов «Картина ТВ» и смотрите прямую трансляцию «Россия-Австрия». Вторая игра россиян на этом турнире. Как вы помните, в первом туре россияне разгромили французов со счетом 7-0. Но это был такой вот разогрев. В тренерском штабе российской сборной отметили, что не очень был хороший второй период у нашей команды. Все ошибки учтены, выводы сделаны. И сегодня команда продемонстрирует совершенно другой настрой и еще лучшую игру. Об этом уже сказали исполняющие обязанности главного тренера российской сборной Илья Воробьев и старший тренер Алексей Желмнов. Накануне стало известно, что в Данию прибыл один из героев олимпийского турнира в Пхёнчхане и один из героев российской команды Никита Гусев. Из-за болезни он пропустил подготовительный период к чемпионату мира, но вот так сложились обстоятельства, что Никита уже в Дании, он уже здесь, находится под контролем докторов и, по сообщениям из тренерского штаба, готовится вступить в бой, что называется, но сегодня, к сожалению, Никита Гусев играть с австрийцами не будет. А в основном состав россиян остается таким же, как и на игре с Францией. Как сказали в тренерском штабе, победный состав не меняют. Так что готовимся к игре в 12:15 по местному времени. Включайте спортивные каналы в пакете «Картина ТВ» и смотрите прямую трансляцию из Дании, Копенгаген, Роял Арена. Австрия, Россия. Будет очень интересно.